Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В конце лета ВАЗовская Нива вернула себе звание самого покупаемого в России нового внедорожника. Рекомендованные заводом цены на трехдверку Legend сейчас начинаются от 807 тысяч рублей. Предыдущий лидер Hyundai Creta опустился на четвертую строчку. Начальный ценник корейца 1 миллион 859 тысяч. Замкнул пятерку лидеров Kia Seltos от 1 миллиона 960 тысяч рублей. Второе и третье места достались Havail Jolion и Geely Coolray, которые стоят, соответственно, от 2 миллионов 29 тысяч и 1 миллиона 880 тысяч рублей. Трасса 101. Сформирован окончательный список требований к электрическим самокатам, которые будут сдаваться в аренду в российских городах. В частности, производители должны предусмотреть возможность автоматического перехода в пешеходный режим с максимальной скоростью 8 км в час. Распознавать такие зоны планируется с помощью спутниковой навигации. В инструкции к электросамокатам по требованию МЧС надо будет упоминать о недопустимости их зарядки в пределах жилых помещений. Трасса 101. На следующей неделе Chery запускает продажи обновленного кроссовера Tiggo 4, который получил приставку Pro. Стоимость новинки пока неизвестна. Минимальный заводской ценник Tiggo 4 в настоящее время – 1 миллион 700 тысяч рублей. Машина изменилась внешне, другая решетка радиатора, иные бамперы и оптика. В линейку моторов входят два бензиновых агрегата – полуторалитровой мощностью 113 лошадиных сил и 147-сильный двигатель того же объема. Трансмиссия, механика, либо вариатор. Трасса 101. В России для заказа стал доступен китайский электрический лифтбэк Zikr 001. Марка принадлежит Geely. Цены на новинку начинаются почти от 6 миллионов рублей. Электрокар, кстати, уже дважды был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за лучшие скоростные показатели. Оснащается он двумя электромоторами с суммарной мощностью почти 550 лошадиных сил. Привод полный. Разгон до сотни занимает чуть менее 4 секунд. На одном заряде можно проехать 600 с лишним километров. Трасса 101. Компания Chery решила запатентовать автомобильное кресло с катапультой. Сразу возникает вопрос, как будет происходить процесс катапультирования водителя или пассажира, если сверху мешает крыша. Но для китайцев это, видимо, не проблема. Внешне кресло выглядит вполне традиционно, за исключением того, что у него имеются поясной ремень и две лямки, которые накидываются на плечи. Ожидается, что катапульта будет срабатывать непосредственно перед столкновением авто с препятствием. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».